Всем привет! Сегодня будет голос за кадром, потому что я снимаю коротенькое видео. Через несколько часов меня ждет поезд в Уфу к моим партнерам. Ну а сейчас хотела вам показать, что заказала, потому что по традиции делаю обзор своего заказика. Первое, конечно же, я никогда не пропускаю новиночки. Это новинки серии Giordani Gold. Тушь, я ее уже попробовала. Мне кажется, тушь уже была такая подобная. Мне она нравится, я постоянно пробую. Также в заказе идет помада икона стиля. Вот так выглядит оттенок, светлый. Он называется сатиновый беж. Я люблю такие натуральные оттенки, поэтому всегда крашу, и вполне они меня устраивают. У нас также есть вот такая вот палитра двух оттенков, компактные румяна. Я ошиблась в коде. Я заказывала вот этот оттенок, естественное сияние, а почему-то набрала код естественная бронза. Очень расстроилась, хотела сделать возврат, но потом думала, была не была. Почему? Потому что я никогда не заказывала именно такого сочетания оттенков. И вы знаете, к моему удивлению, мне они настолько понравились, что сейчас, уезжая в Уфу, я беру именно эти румяна, несмотря на то, что у меня их достаточно большая коллекция. Удивилась, как они смотрятся интересно на коже. Дальше у нас идет новинка. Вот такие вот шариковые тени. По отзывам, когда-то они были, не совсем понравились, потому что очень легкий пигмент, но я заказала кисточку. Кисточка из натурального ворса у нас уже была на подобной. Я посмотрела в коллекции Giordani Gold, она у меня уже есть вот такая. Вот. Но тем не менее, почему-то мне хотелось заказать черненькую, потому что она, в принципе, хорошо любые тенюшки растушевывает, уголочек прокрашивает, так что кисточек никогда много не бывает. Еще у нас появилась новинка, это серия «Эксперт восстановления» по акции. Вы можете заказать с 50% скидкой, если закажете два продукта. У меня длинные волосы, я их промываю как минимум, ну, всегда два раза, то есть корни, все оставшиеся, прикорневую часть и оставшиеся волосы, поэтому у меня уходит много шампуня, и вот кондиционер я ношу как бы нормально. Поэтому я взяла вот такой двойной комплект. Вполне это, скажем так, очень хорошее выгодное предложение. Также компания нам сделала, считай, подарок. За 199 рублей мы получили всю серию спа, Swedish Spa. Великолепная серия, по отдельности покупала, она мне нравится. За такую цену просто восхитительно. Еще и мыло сюда входит. У нас, как всегда, уходит каждый месяц, мы покупаем новый флакончик, это жидкое мыло стандартное. Как всегда, Wellness, краска. Краску я покупаю, либо если я крашу корни, то это пол упаковки идет. Если я прокрашиваю всю длину, где-то минимум 3-4 упаковки у меня уходят. Ну и, конечно же, вот такие замечательные капсулы Novage. Они подходят абсолютно для любого возраста. Это просто кладезь. Здесь 6, в каждой капсуле 6 масел идет. Уже попробовала сегодня вечером. Кожа невероятно мягкая. Как раз таки перед поездкой хорошо восстановить кожу. Тем более, и также я беру с собой в поездку на каждый день, потому что различные ситуации, стрессовые, да, кожа нуждается в максимальном питании. Кроме того, компактно вместо упаковки тюбика крема, вместо ночного крема, я беру количество капсул. И также очень хорошо восстанавливаю кожу. Эти капсулы можно применять как курсом 12 недель, чтобы восстановить кожу, так и, например, побаловать себя, как поход, например, к косметологу один раз в недельку, там, например, в субботу, воскресенье, в идеале идет под ночной крем. То есть сначала капсула, ну как, очищение, тонизирование, капсулы, а потом уже ночной крем. Но я пробую, ну, делаю просто вместо ночного крема. Ну вот, в принципе, и все. Это весь мой заказик. Что здесь еще? Ну, стандартный дезодорант. И вместо, а кстати, вместо пены для ванн, вот гель для душа я взяла, потому что заканчивалась. Также по акции у нас 99 рублей, по-моему, крем для ног и пилочка. Ну вот это мой заказик. Всем пока-пока, до встречи и желаю вам успешной карьеры в компании Oriflame. Пока-пока!